Ребята, всем добрый вечер, всех рад видеть вас на моем канале. Сегодня у нас жесткая тренировка, проверяем двух техничных бойцов. Это вот Серега, ему 22 года, это Егор, ему 21 год. Их задача пройти эти испытания. Такой своего рода зачет или экзамен, как, называйте как хотите. Первое испытание — это тест Купера, сделаем два круга. Давай, Руслан, покажи сейчас, ребят, 10 отжимаемся, покажи 2-3 раза. 10 раз отжимаемся, потом уходим на прыжки, сядь и вверх прыгай. 10 прыжков вверх, ножки не сгибай. Ага, потом ложимся на пресс, давай, покажем. Обычный пресс, ребят. Вот, и 10 лягушек, покажи лягушечку. И вот так два круга они делают. А, ребята, чисто им... помогут, поддержат Женя, Егор и Руслан. Они готовятся к соревнованиям, просто поучаствуют тоже. А спарринги, первый спарринг Руслан будет принимать по кикбоксингу с лоу-киками без борьбы. Второй спарринг будет Егор принимать. Егор будет с Серегой драться, вот Серега. А Руслан против Егора. В общем, я думаю, будет интересно и тяжело. Сейчас я буду считать. Приготовились отжимания. На старт. Делаем качественно. И быстро. Внимание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Присели. Сейчас прыгаем вверх, ребята. Сейчас прыжки вверх. Высоко можете не прыгать, но ножки от земли отрываем. На старт. Внимание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ложимся на пресс. Пока все держатся, пока все дышат. Внимание. Раз. Поднимаемся. Два. Успеваем. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Лягушка. Приготовились. Заключительное упражнение. Четвертое упражнение. Это лягушка. У нас ноги под вами сейчас. Ноги упор присев. Да. Внимание. Раз. Откинули и обратно. Два. Три. Успеваем. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Ребята, первый круг уверенно, успешно прошли. Переходим ко второму кругу. Отжимаемся на кулаках сейчас. Второй круг, заключительный круг. На кулаке. Приготовились? На старт. Внимание. Раз, два, три, четыре, пять. Успевай. Шесть, семь, восемь, девять, десять. На прыжки. Сейчас сделаем одно колено на земле, другое впереди. Покажи, Жень, как сделаем джамп, выпрыгивание. Вот так делаем 10 раз. Приготовились? На старт. Внимание. Раз, два, три. Руками колени трогаем. Четыре, пять, шесть. Прыгаем вверх. Семь, восемь, девять, десять. Ложимся. Ноги за голову. Руслан, покажи, как сейчас пресс сделаем. Ноги за голову. 10 раз. Приготовились? Морпеховское называется упражнение. Когда на морпех сдают, вот такое упражнение делают. Внимание. Раз. Два. Быстрее. Три. Ноги закидываем за голову. Четыре. Пять. Строго не принимаем, а так надо касаться за головой. Шесть. Ногами. Семь. Восемь. Девять. Десять. Лягушечка, последнее упражнение, лягушка. Приготовились? Лягушечка, на старт. Внимание, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, успевай, девять, десять. Минута отдыха. Через минуту Егор приступает к спаррингу. Вот Егор. Видите, устал немножко, но это всегда так. Любой, даже мастер спорта, если выйдет, это очень сложное упражнение. А когда на спецназ, вот, ну, экзамен поступают люди, ну, на службу в спецназ, надо было 6 кругов пройти, вот, в наш спецназ Фейскайн, где я служил раньше, вон еще моя фотография висит. Вот, видите? У нас надо было 6 кругов сдавать вот этого тест Купера. Вот, они сделали 2 круга и уже устали. Но они после тренировки, сейчас еще мы же тренировались, тренировка была сейчас. Боксировали, боролись, отрабатывали. Руслан, встаешь, готовишься. Осталось 20 секунд. Руслан сейчас будет проверять. Принимать зачет, так сказать, у Егора. Егору, напоминаю, 21 год. Руслану
13 лет. Но Руслан, он опытный боец. У него второй разряд по рукопашке. В ударах Руслан потехничнее будет и по выносливости. Вот здесь работаем, на середине. Руки, ноги. На середину, вот сюда. Твоя задача не избивать его, Руслан. Просто попадать, но со всей силой не работай. Поехали! 2 минуты примерно работает. Ручки у головы держи, пропустил сейчас удар. Руслан, давай, работай. Очки набирай. Не вкладывайся, но очки набирай. Ручки, ножки, лоу-кик. Там, сям. Как видите, ребята, тяжело даются Егору этот бой, потому что уже после теста Купера функционалка просела жестко. Хотя и Руслан тоже просел, он же тоже выполнял. Но для Руслана это более привычное дело, привычная работа. Двигаем. Осталось 30 секунд. Пока неплохо Егор держится. Я думал, даже может хуже будет. Терпи. Стоп! Пожали руки. Егор, молодец, одно упражнение осталось. Хорошо. Неплохо отбился. Можешь перчатки, шлем пока снять. Второй поединок. Выходит Егор против Сереги. Пожали руки. Правила те же самые. Внимание. Марш! Поехали. Егору нашему 14 лет. Сереге 22. Оставь, да, заберешь или там положу. Работаем на этом ковре. Далеко не уходим. На этот ковер идите. Двигаем, работаем, не разговариваем. Минута осталась. Егор, ты должен его раздергивать, бить. Немножко погонять. Серый, хорошо. Серега неплохо двигается, ребят. Видите, ноги летят у него, ручки. Чувствуется, немножко занимался в свое время. Давай. 30 секунд. Молодец, счастливо. Стоп, пожали руки. До свидания. Егор освободился. Серега раздевается. Через минуту принимаем. Егор, далеко не уходи, сейчас пресс будем проверять. Через минуту Серега и Егор выходят на середину. Блины им ставим на ноги. И они должны продержаться в уголке. 45 секунд сделаем. Ножки не обязательно прям ровненько держать, как струночка. Можно чуть подсогнуть, потому что блин будет такой, 5-килограммовый блин, будет тяжеловатым. Ну, вот такой блин сейчас мы им дадим на каждого. 5 килограммов, да? Все, выходим на середину, садимся. Руслан и Егор, приготовьте блины. Вы вот на синей зоне садитесь. Прям в щитках. Давай вот сюда. Лицом ко мне. Ручки там, а ножки сюда вытягивайте. Садитесь лицом ко мне. Лицом ко мне. Развернитесь. На старт. Кладете блинчики им на ноги. Поднимаем ноги и уходите. Внимание. Марш! Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 30 секунд, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Все, молодцы, ребят, на сегодня освободились. В общем, друзья, пишите комментарии. Я считаю, что пацаны хорошо сделали. То есть они справились с этим заданием. И из 5 баллов я бы поставил им 4, твердую 4. Ну, а вы пишите, делитесь своим мнением. Все, на этом прощаемся. Удачи всем.